Голод после похорон. Карагандинка осталась без средств к существованию после похорон матери. В ЦОНе пообещали выплату на погребение, но после ожидания в очередях и сбора документов отказали. Кто имеет право на такую помощь от государства и что для этого нужно, выясняла Людмила Батюшкина. Ирина Акижанова постеснялась показать свой холодильник, но говорит, что сейчас ей не на что даже кормить ребенка. После карантина она без работы, плюс еще и проблемы со здоровьем. 11 июля ее 52-летнюю маму неожиданно забрали в больницу, а через 4 дня женщина умерла. Это стало громом среди ясного неба. К горю утраты добавились финансовые проблемы. Только на 8-й день мы смогли похоронить. Почему? Ну, потому что сумма большая. И где вот так вот их взять? И занимали, и там люди помогали, и все-все-все. Ну, вот так, ну, общими усилиями, короче, похоронили. Но все эти деньги ушли все на похороны. Ребенка в школу надо собирать, денег ноль. Ни на еду, ни на школу. Вся надежда была на выплату на погребение, тем более, что в ЦОНе Ирину заверили, что выплата ее маме положена. В ЦОНах из-за карантина были запись и двухнедельные очереди, почти месяц ушел на получение свидетельства о смерти. А затем, когда уже открыла в банке счет и снова отстояла трехчасовую очередь в ЦОН, ей ответили, что для выплаты нет оснований. Возмутило то, что сколько времени меня шпыняли туда-сюда. Да, положено, идите, открывайте счет, приходите, по записи записали. В итоге что? Для чего меня мурыжили, я понять не могу. Как пояснили в органах соцобеспечения, выплата на погребение положена, если умерший на момент смерти получал пенсию либо некоторые виды государственных пособий, в том числе за вредные условия труда или по потере кормильца. Получателям пособия по безработице или 42-500 не дают права на эту выплату. Лицо, которое проводило захоронение, должно обратиться в ЦОН с удостоверением личности. Нужно предоставить свидетельство о смерти и открыть на свое имя счет в банке. Консультанты ЦОНов имеют доступ к базе данных, где по ИНу умершего человека смогут сказать, есть ли право на выплату на погребение. Получается, возможно, произошло какое-то недопонимание, либо на уровне консультации не были, может быть, предоставлены какие-то данные, чтобы осуществить эту проверку точную. Сами родственники, те же дети, там, сестры, братья, они же знают, что получал ли пенсию человек, получал либо какой-то вид пособия по инвалидности, либо по потере кормильца, либо по списку 1-2, это кто работал во вредных условиях труда. Поэтому лица, которые уже знают об этом, они непосредственно и обращаются за назначением данного пособия. Если умерший на момент смерти пенсии не получал, а был работающим и имел пенсионные накопления, то выплату на погребение выплатит Единый накопительный пенсионный фонд. Лицо, осуществлявшее захоронение, может обратиться туда. Ирине остается сделать только это. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Николай Шевелев, 5 канал.